Я знал, что меч. Я знал, я повелся. Уже вообще ботинок. Всем привет! Мы сейчас находимся в Праге, в офисе Entropic. И сегодня мы что будем делать, Никельбек? Мы будем отгадывать по хайлайтам элла игроков на Vice City. Let's go! Так. Ого, смог там. Это фул гриф. Так. Пока что... Непонятно. Не, ну продажи цель-то. Ну, я уже могу сказать, они дали смок, они уже в этом раунде дали смок левый на вертиго. На фейсите, чтобы дать левый смок на вертиго, это нужно иметь как минимум 9 левел. Они дали смок раунд, думаю, тут 1800. Не, я думаю, в разы меньше, потому что чувак даже не целился. 400 левел у него. Здесь 410. 3000 левел у него? Сюда. Я не или... 3000 левел? Он стреляет вот так вот. Ты не смотришь, ты смотришь только на стрельбу. Я смотрю на все. Так, нюк, поехали. Ой. Смотри, скины какие баф. Мувин. Ну, лучше легкий играет, нет? Подожди, ну это точно... А как у него может быть меньше, чем у того? Тут как-то... Да нет, какой-то батя. Не, ну если у него не десятый, то я не знаю. Ты прикалываешься? Это вообще какой-то батя, это броки. То, что он после фрага чела на улице поднялся на девятку, у него мувмент такой, он перед последним фраги, перед тем, как убить, подпрыгнул, думаю, это 2000 плюс. Думаю, 2400. Ну, я понимаю, вот этот чел нормально играет, сразу видно. Прошлый, не знаю, непонятно пистолет. Я забыл вообще про число 3, потому что я забыл 2 плюс. Поехали дальше. Не, пока вот этот самый жесткий чел. Ну, это по пуле именно. Это скрим, она скрима. Ну, смотри, он будет по пульке стрелять. Так. Хуёво по лестнице поднимается. Это все? Плохой crossfire placement. Мувит по лестницам плохо. 1600. 1800. Как это все накручено? Я не знаю, они у нас два раунда не взяли на фейсите. Ой, это моя позиция, все. Нормально? Блин, ну прицел ставит вообще, это зубы, Лёдик. А что я сегодня? Вы каких-то только жестких показываете. Подожди, он сразу как-то странно стал. Давай изначально где в бане стоит. Марику прицел ставит. Ладно, скажу 1800. Я уже боюсь. 2400. Не я понимаю, что он плохо играет, но я не знаю, когда у того 3800 было. Не разбираешься. 2-2. Жом-то холодно. Идет. Нет, это очень мало. Я уже могу сказать. Что это? 1500. 1337. 1300. Я 3-2, короче. Ты вилку отстрелял вообще? Ну да. Вот так просто кулаком. Ты не разбираешься. Ну вот так вот, его обогнать, все, побежал. Это орк, блин. Ну все, это какой-то русский, я уверен. Не, он хорошо играет. Смотри, он сделал вид, что в смог ушел на камеру и зашел обратно. Я в шоке. Ну флеш, конечно, должен, даже командник не должен. Я готов. 3300. Три. Лежать. Пистолет любой можно взять. Пока что как я не верю. Хочешь я первый? Давай. 1566. 1700. Лежать. Ты такие прям цифры видит? Есть вообще, что ли? Да, тут может быть, мне кажется, меньше еще будет. Подожди, пока это был Дмитрик. Суперстар. Сергей, а я к пульте.
1. Не, ну он хуже играет, чем тот. Не факт. Последний? Да. Да последний вообще как Бодвигус тоже. Смотри-ка наводку долго. Сколько ты сказал? 1300? 1301. Я знал, что меч. Я знал, я повелся. Ну уже вообще ботинок. Это уже, по-моему, ты просто не понялся. Прицел как здесь, пол ставит. 1200. 1000. $2800. Да как Игорь просто 2730, какой-то батя. Какой счет? По-моему, я вообще не понимаю. Мне кажется, он победил. Где-то. Мне, по-моему, победил где-то 640, мне кажется. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте в комментариях, кто из нас был ближе к победе. Да, и напишите в комментариях, понравились вам видео на русском языке, а не на английском. И также подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо за просмотр.